Социальный проект был организован к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. И это в первую очередь оформление новых выставочных стендов. Из фондов библиотеки вся военная литература попала на книжные полки в открытый доступ. Число читателей именно книг о войне в эти дни увеличилось в разы. Живой интерес вызвала выставка сатирического плаката 40-х годов. А в рамках литературно-музыкальной гостиной образована концертно-фронтовая бригада. Вы знаете, мы соединили сегодня две темы – Ленинград и Сталинград. И вообще тема героизма на фронтах Великой Отечественной войны. Мы пригласили сюда и ветеранов, посредством Совета ветеранов города Сочи, и членов общества блокадников мы пригласили. И пригласили добрых друзей библиотеки.